Всем доброго дня, это Гелиосар и история конца 19-го, начала 21 веков. Просто на пальцах. Параграф 17. Советская модернизация экономики, становление советской культуры. Вспомните, что такое модернизация, каковы были общие направления, итоги и черты модернизации в России до 17-го года. Модернизация – это серьезное изменение экономики и перевод экономики с старых, так сказать, ну, можно сказать, сельских или ремесленных каких-то производств на промышленное производство и оснащение современной техникой и оборудованием. Общие направления. В России модернизация началась после, по сути, отмены крепостного права. С того момента появился свободный рынок, то есть заводы получили возможность нанимать рабочих себе совершенно свободно. Но промышленность была не слишком развитая, поэтому государству приходилось активно помогать развиваться промышленности. И к 17 году в целом в России была создана вполне современная промышленность. Борясь за скорейшее осуществление модернизации и индустриализации страны, руководство СССР стремилось решить следующие задачи. Обеспечить полную экономическую независимость Советского Союза от зарубежных стран. Это стало особенно важно после обострения отношений с Англией и Францией в конце 20-х годов. И сильно осложнило торговлю с этими странами. Во-вторых, нужно было создать базу развития вооруженных сил, оснастить их самой современной техникой. В-третьих, добиться роста численности промышленного рабочего класса – пролетариата. Пролетариат был основной социальной опорой партии большевиков. И пролетариат должен был подорвать влияние непманов и зажиточных крестьян. В-четвертых, нужно было повысить уровень жизни населения, продемонстрировав гражданам СССР и зарубежных стран правильность проводимого курса в стране на построение социализма. В итоге в апреле 29 года был принят первый пятилетний план развития народного хозяйства, который предусматривал ускоренную модернизацию экономики. В первую очередь за счет развития добывающей и обрабатывающей промышленности, особенно тяжелой металлургии и энергетики. Еще в 28 году в содействии кооперации крестьян была создана первая машинно-тракторная станция МТС. Дело в том, что тракторов в Советском Союзе было достаточно мало, стоили они крайне и крайне дорого. Крестьяне, даже богатые, не могли себе позволить покупать эти самые трактора. Но государство могло себе позволить покупать трактора, особенно если само их делало. Но крестьяне, даже если бы они купили трактор, они имели бы большие сложности с обслуживанием этих тракторов. Запчасти, ремонт и все прочее. И для того, чтобы многие, много крестьян, различные объединения могли пользоваться тракторами, были созданы вот эти самые моторно-тракторные станции. То есть на этой станции стояли десятки тракторов, там были все необходимые специалисты, техники, инженеры, которые могли чинить эти трактора быстро и качественно. И благодаря этим моторно-тракторным станциям крестьяне получили возможность использовать трактора и всю необходимую технику, то есть трактора, комбайны, плуги, сеялки, поливалки, веялки и тому подобное. К 1932 году этих МТС, моторно-тракторных станций, было 2500, и они заключали договора с уже тогда существовавшими колхозами на обслуживание, собственно говоря. Первоначально предполагалось проводить коллективизацию постепенно и на основе добровольности. Ну, надо было, собственно говоря, убрать крестьян. Что такое коллективизация? И что такое колхозы? Колхозы – это коллективное хозяйство. То есть есть земля, и на этой земле как бы работают крестьяне. При этом собственником является как бы колхоз. То есть у крестьянина, у самого, у него нету своей коровы, овцы, кур и своей земли. Все принадлежит колхозу. Но при таком устройстве получалось, что крестьянин, он не собственник, он наемный рабочий. То есть всех бывших крестьян, которые владели землей и искренне работали на этой земле, потому что зависели от нее, их превратили в наемных рабочих. А если ты наемный рабочий, то тебе наплевать на результаты труда. При этом, при проведении коллективизации, у крестьян, особенно у зажиточных, забирали всю их собственность. То есть забирали у них их скот, то есть коров, овец, баранов, все это забиралось и передавалось в колхоз, где распоряжался в колхозе уже всем этим делом, собственно говоря, скорее приехавший начальник этого колхоза, а не сами крестьяне.
То есть к 29 году плановые задания по основным показателям развития страны были резко увеличены в пятилетнем плане, и добровольность перехода в колхозы была отменена. Сталин выступил с статьей «Год великого перелома», в которой утверждалось, что в колхозы перешла основная масса крестьянства. И власти на местах поняли, что надо срочно делать большие колхозы. И стали переводить в колхозы насильно. При этом в сельские районы были направлены 25 тысяч городских коммунистов, которых так и называли 25-тысячниками. Они становились во главе колхозов и руководили процессом коллективизации. Богатые и средние крестьяне, которые не желали идти в колхоз, раскулачивались. Их земли и имущество передавалось в колхозы, а самих вот этих крестьян, богатых и средних, и членов их семей, высылали в отдаленные районы страны, на Урал, в Казахстан, Сибирь и даже на крайний север. Число пострадавших от этой политики неизвестно, но по некоторым числам оно составило не менее 5 миллионов человек. Форсированная принудительная коллективизация нанесла огромный урон стране и экономике. Многие из раскулаченных погибли в тюрьмах, в процессе переселения или на отдаленных стройках севера. С точки зрения идеологии большевизма, проведенная ликвидация кулачества рассматривалась в качестве достижения, ведь больше не было богатых кулаков, были все равные, все могли спокойно работать в колхозах. Но на самом деле была уничтожена прослойка наиболее трудолюбивых и предприимчивых крестьян, которые в годы НЭПа сумели создать самые высокопроизводительные хозяйства. Многие крестьяне, не желая отдавать свое имущество в колхозе, а передаче колхозу подлежали лошади, коровы, свиньи, овцы. Причем подлежали передаче бесплатно, никаких компенсаций не было. Они, так вот, эти крестьяне просто забивали скот, убивали их и получали мясо и посылали просто к чертовой матери этих коммунистов с их планами. В итоге поголовье коров и лошадей сократилось за 30-й год на треть, свиней в 2 раза, овец в 2,5 раза. Общая урожайность упала на 10%. Во многих районах вспыхнули волнения, которые пришлось подавлять войсками. У крестьян в итоге в колхозах полностью исчезла заинтересованность в результатах их труда. Ведь они были наемными рабочими. В колхозах было все общее. У крестьян не было абсолютно ничего, и поэтому им было наплевать на эту самую урожайность. Мало того, крестьяне не могли уехать. В стране была введена всеобщая паспортизация и без паспорта, а у крестьян паспортов не было. Так вот, без паспорта нельзя было переехать в город, нельзя было купить билет на поезд, ничего было нельзя сделать. Крестьяне оказались, как крепостные, привязаны к колхозам намертво. Любая попытка покинуть колхоз без паспорта, она могла окончиться в тюрьме. Мало того, государство еще и потребовало сдавать больше урожаев. В итоге все это привело к страшнейшему голоду в стране. После проведения коллективизации голод охватил огромные территории Украины, Кубани, Поволжья, практически все территории страны. Количество его жертв не поддается точному учету, но по оценкам от 3 до 15 миллионов человек. Жесточайшая цензура прессы, конечно же, даже не думала хоть как-то упоминать об этом голоде. Но правительству пришлось все-таки производить изменения в своей политике, но от политики коллективизации никто не отказался. Ведь за ее счет из деревни были выкачаны просто запредельные средства. На мировом рынке продавались советское зерно, масло, сахар, которых в стране не хватало. На вырученные средства закупались станки и оборудование для огромных гигантов индустрии. Дешевая и избыточная рабочая сила деревни стала важным источником индустриализации страны. Потребность в неквалифицированных рабочих для гигантских строек была очень велика. Широкий размах приобрело социалистическое соревнование. Движение за перевыполнение плана. Так называемые ударники и стахановцы. Постепенно положение в деревне удалось стабилизировать. С развитием промышленности увеличилось число тракторов и комбайнов. Улучшилась все-таки техника обработки земли. Удалось слегка повысить урожайность, но в целом эффективность сельского хозяйства в Советском Союзе была чудовищно низкой. Все
время существования Советского Союза. Только после его развала, только к 21 веку в России, наконец-таки, сельское хозяйство начало выходить на нормальный, современный уровень эффективности, когда на одного человека приходится в 1000 раз больше, чем в 30-е годы по производству. Но в итоге даже с тем производством к 1936 году удалось отменить карточную систему распределения продуктов. Государство начало проводить политику материально заинтересованности, то есть проводить политику материального заинтересования колхозников в повышении производительности труда. То есть пришлось все-таки изменить политику. Колхозникам оставили приусадебные их участки, то есть, ну, по сути, огороды, довольно-таки большие. И благодаря именно этим огородам удалось решить проблему оснащения и обеспечения городов овощами, например. В годы первой пятилетки началось строительство примерно 1500 крупных предприятий машиностроения, металлургии, автомобильных, тракторных, химических заводов, шахт и доменных печей. Их вступление в строй позволило увеличить общий объем промышленного производства. Национальный доход СССР вырос примерно втрое. Выпуск тракторов повысился с 1,3 тысяч, то есть 1300 штук, до 50 тысяч. Автомобилей с 800 до 24 тысяч в год. В 1932 году вступила в строй крупнейшая в Европе Днепровская гидроэлектростанция. Все это было несомненным успехом. Но и все же плановые задания первой пятилетки, они были не выполнены. Дело в том, что они были дико завышены. Так что при составлении заданий второй пятилетки в их выполнении были учтены ошибки предыдущие. Особое внимание уделилось освоению новых производств и завершению технической реконструкции заводов. То есть старые заводы надо было перевести на новое оборудование и новые технологии производства. В результате к 1937 году была создана мощная индустриальная база страны в Западной Сибири на Дальнем Востоке. Были открыты и освоены нефтяные месторождения в Татарстане и Сибири. Появились отрасли промышленности, станкостроения, автомобилестроения, тракторостроения, авиация, сельскохозяйственное машиностроение, то есть комбайны и трактора, различная техника. Появилась мощная химическая промышленность. К концу 30-х СССР превратился в одну из немногих стран, которые могли производить всю индустриальную продукцию, какую только была, причем на современном уровне. К 1938 году доля СССР в мировом промышленном производстве достигла 14% и намного превзошла долю Российской империи. Символом нового облика страны был московский метрополитен, строительство которого начали в 1933-м, а первые станции начали работать уже в 1935-м. По всеобщему признанию, станции московского метрополитена по дизайну, красоте и удобству не имели и не имеют себе равных в мире. Большое внимание уделялось развитию восточных регионов страны. Появились новые города – Комсомольск-на-Амуре, Караганда, Кемерово, Магнитогорск, Новокузнецк и другие. Транспортное сообщение по всей территории Советского Союза улучшилось. Вступили в строй Туркестано-Сибирская железная дорога, канал Волга-Дон, Беломоро-Балтийский канал, благодаря чему Москва стала портом пяти морей – Белого моря, Балтийского моря, Каспийского моря, Азовского моря и Черного морей. То есть по каналам корабли могли добраться до Москвы напрямую. Началось серьезное освоение севера. То есть началось строительство ледоколов и освоение северных территорий. Начали строиться станции в Арктике, станции на дрейфующих льдинах. Большое внимание уделялось созданию авиации, которая могла бы летать в северных широтах, так называемых высоких широтах. Там достаточно сложные метеоусловия, и полеты там сопряжены с гораздо большим риском. В 1937 году на Северном полюсе начала работать на свою работу научная станция «Северный полюс-1» под руководством Папанина. Модернизация лишь частично изменила социально-демографическую структуру Советского Союза. Сельское население оставалось большинством населения страны. При этом коллективизация, она полностью уничтожила, собственно говоря, всю прослойку среднего населения и богатых. И просто все население было нищим, именно нищим. Только к 70-м годам население Советского Союза дошло до уровня, когда можно было сказать, что уже даже и не бедное. А в 30-е годы население было просто нищим. Важнейшим звеном социалистической индустриализации была модернизация вооруженных сил и создание мощного военно-промышленного комплекса.
1931 году была принята концепция модернизации, которую принял Тухачевский, который считал, что необходимо обеспечить советскую армию максимально большим количеством самого современного оборудования и военной техники. Причем далеко не все поддерживали Тухачевского в этом стремлении, но он сумел настоять на своем. В середине 30-х годов реконструкция армии и оборонной промышленности осуществлялась очень быстрыми темпами. Формировались бронетанковые и авиационные силы, укреплялась индустриально-техническая база. В 30-е годы огромное значение придавалось осуществлению культурной революции, хотя скорее это имеется в виду образовательное. В стране принимались большие меры по преодолению неграмотности. Еще в 19-м году правительство РСФСР приняло декрет о ликвидации неграмотности среди населения России, согласно которому все граждане в возрасте от 80 до 50 лет были обязаны научиться читать и писать на родном или русском языке. В городах и селах создавались пункты ликвидации неграмотности, ликбезы. Появились рабочие факультеты, рабфаки, готовившие молодежь к поступлению в вузы. Однако гражданская война и разруха помешали решению поставленной задачи. С началом же индустриализации большой проблемой стала нехватка квалифицированных рабочих и инженеров. Так что в 30-х годах было введено обязательное 4-летнее образование, а для городов и промышленных районов 7-летнее. Причем в этой 7-летней школе уже после 4 класса особое внимание уделяли рабочим специальностям. То есть уже буквально после 7 классов можно было идти и начинать работать, получать большую специальность уже напрямую на заводе. Значительной реорганизации подверглась система высшего образования. Были отменены ранее существовавшие ограничения для выходцев из семей бывших дворян, предпринимателей, чиновников, священнослужителей и зажиточных селян на поступление в вузы. Число поступивших в вузы значительно выросло. К началу 30-х годов в СССР насчитывалось более 700 вузов. С 28 года по 40 число специалистов с высшим образованием увеличилось в 4 раза в Советском Союзе, а со средним специальным более чем в 5 раз. Большое внимание уделялось развитию научных исследований. К концу 30-х годов в стране действовало свыше 850 НИИ научно-исследовательских институтов. Создавались исследовательские центры, развивавшие новые направления науки, вроде органической химии, геофизики, микрофизики, физики полупроводников, атомного ядра. Достижения советских ученых, вроде Капицы или Иоффе, приобрели мировую известность. Во многих районах РСФСР и союзных республиках создавались филиалы Академии наук СССР. В условиях крайне ограниченного доступа СССР на мировые рынки основной упор делался на самообеспечение промышленным сырьем. Очень активно велись геолого-разведочные работы. Организатором масштабных работ уже в 20-е годы стал Ферсман. Освоение новых районов нефтедобычи связано с именем Губкина. Ученый провел расчеты, доказавшие наличие колоссальных запасов нефти в Сибири. И началось освоение нефтяных залежей в Сибири, в Башкирии и в Самаре. На основе расчетов математика и судостроительного Крылова велось строительство отечественного океанского флота. Работа Центрального аэродинамического института ЦАГИ в 20-30-е годы, ему руководил ученик Жуковского Чаплыгин, заложил основу для развития отечественного авиастроения, производства самолетов с совершенной аэродинамикой. К активно работавшим в 20-х годах авиаконструкторам Туполеву и Поликарпову присоединились молодые авиаконструкторы, вроде Илюшина, Лавочкина, Микояна, Петлякова, Швецова, Яковлева. Новаторский характер имели исследования в области ракетной техники. Ученые-изобретатели Цандер и Глушко, независимо друг от друга, в 30-е и 31-х годах испытали первые ракетные двигатели. В предвоенное десятилетие физкультурное движение в СССР охватило миллионы. На развитие массового спорта выделялись очень большие средства. И основным по развитию стало Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству ОСУАВИАХИМ, который изрядно поработал над развитием спортивного движения в СССР. Причем к этому моменту был разработан так называемый ГТО. То есть нормы ГТО, готов к труду и обороне. По сдавшей эти нормы, так сказать, получал определенный значок и считался готовым и к труду, и к обороне. В 1935 году было создано добровольное спортивное общество ДСО «Спартак», быстро ставшее одним из наиболее массовых в стране. При больших предприятиях и вузах, в колхозах появились стадионы.
Футбол в эти годы стал одним из самых популярных и массовых видов спорта. Сборная СССР участвовала в товарищеских матчах со сборными команды Турции, Эстонии, Швеции, Германии, Норвегии. Но результаты этих матчей не засчитывались в ФИФА, поскольку СССР не состоял в ФИФА. Определите цели модернизации советского периода, ее источники и методы проведения. Модернизация советского периода и ее целью, собственно говоря, было достижение фактически независимости Советского Союза в промышленном производстве и в промышленных товарах. Источниками стало, по сути дела, ограбление населения и особенно крестьянства. Методы проведения были крайне и крайне жесткими. В чем проявились особенности? Особенности были в том, что эта модернизация проводилась невероятно быстро, с огромнейшей скоростью. Чем была вызвана коллективизация сельского хозяйства? Желанием советской власти, и в данном случае РСФСР, избавиться от частной собственности. Ведь крестьянин был частным собственником, даже бедняк имел какую-то землю в собственности. И советская власть считала, что частная собственность – это величайшее зло, поэтому от нее надо было избавиться. По этой самой причине и проводилась коллективизация, которая добавочно дала возможность советской власти фактически вытащить из крестьян запредельные ресурсы в огромных объемах. Осуществлялась коллективизация крайне жесткими методами с привлечением армии. Охарактеризуйте модернизацию Красной Армии. Как она была связана с общей модернизацией, проводимой в Советском Союзе? Модернизация заключалась в том, что Красную Армию активно оснащали техникой, самой современной техникой. Танки, грузовики, бронемашины, новейшее стрелковое оружие и тому подобное. И естественно, что она была напрямую связана с модернизацией всей промышленности Советского Союза. Чем больше заводов появлялось, чем качественнее технику они выпускали, тем, собственно говоря, появлялось больше возможностей у Красной Армии модернизировать свою технику. Докажите, что в конце 30-х СССР стал высокоразвитой державой. Очень просто. К этому моменту СССР достиг по своим производственным показателям очень высоких значений. По сути, СССР мог сравниться в некотором роде с самыми передовыми странами по выплавке стали, производству автомобилей, тракторов и тому подобной техники. Все это, собственно говоря, было и позволяло говорить, что СССР действительно был передовой промышленной державой. Составьте тезис ответа «Достижения и издержки модернизации СССР». Если брать достижения, то это, конечно же, постройка огромного количества предприятий, добывающей, обрабатывающей и тяжелого машиностроения. Это было, но издержками был полный упадок легкой и пищевой промышленности. Эти сферы промышленности практически не развивались от слова совсем, что сильно ослабляло обеспечение советских людей самыми простыми вещами, вроде одежды, обуви, тканей и тому подобного. Выскажите свое мнение о том, насколько согласуются результаты индустриализации с первоначально поставленными целями. Смотря что считать первоначально поставленными целями. Если сделать страну великой, то эти цели были полностью достигнуты. Если же достичь коммунизма, то нет, эти цели не были достигнуты. В чем вы понимаете термины «культурная революция»? Ну, я лично понимаю термин «культурная революция» как из изменения, собственно говоря, культуры по всему народу. То есть до этого народ имел крестьянскую культуру и вдруг стал переходить полностью на городскую. То есть крестьяне в лучшем случае читали простые комиксы и вдруг к ним приходят современные книги, к ним приходит кинематограф, к ним приходят театры, и естественно, что это сильно вызывает полноценную культурную революцию в стране. В плане же Советского Союза можно сказать, что произошло несколько иное. Здесь скорее, благодаря борьбе с неграмотностью и увеличению количества грамотных по стране, чем больше становилось грамотных людей, тем больше эти люди могли читать, и это, конечно, вызывало доступ к культуре. Чем была вызвана ее необходимость? Борьбой с неграмотностью. Нужно было как можно больше грамотных людей, чтобы работать на заводах. Назовите основные составляющие культурного строительства 30-х годов и его итоги. Ну, основой культуры 30-х годов это была, собственно говоря, образование и работа над образованием. Образование и наука, все было посвящено именно этим целям. И надо отдать должное, что Советский Союз достиг впечатляющих
результатов на этих, в этом деле. Охарактеризуйте развитие советской науки в 30-е. На решение каких задач она была ориентирована? Советская наука в 30-е развивалась стремительнейшими темпами. 850 научно-исследовательских институтов говорят сами за себя. Настолько хорошо не было практически нигде в мире, если не брать самые передовые страны. Наука была ориентирована на решение самых простых задач, как то обеспечение Советского Союза всеми необходимыми товарами. Так как торговать Советский Союз возможности не имел, то, собственно говоря, надо было самим обеспечивать себя всеми видами сырья и всеми видами продукции. Вот на эти задачи и была ориентирована вся советская наука. Какое значение придавалось в СССР развитию спорта и физкультурного движения? Очень большое. СССР очень активно поддерживал спорт и физкультурное движение. По формам это были активная поддержка, собственно говоря, создание различных кружков на предприятиях, колхозах и тому подобное. Через вот эти кружки и шло активное развитие физкультуры и спорта.